Здравствуйте, мои хорошие зрители. Сегодня никак мы не встречались целый день. Сегодня тот случай, когда работала допоздна. Все на благо. Сейчас 7 часов вечера. Иду домой, такая изморозь дурацкая. Неприятная. Сейчас пока дойду, буду точно сосулькой. О. Зато, ребята, я бы сейчас пришла домой в 5 часов после работы. Поделала дела быстренько, сбегала к маме. И в такую погоду никто меня из дома уже не вытащил. А тут иду, заодно зайду сейчас до друзей, до своих, у которых день рождения отмечали. Заберу книги. Я успела во время торжества еще там порыться в библиотеке подругиной. Мы с ней книголюбы очень большие. Меняемся книгами, очень много читаем. Все, что не делается, товарищи, делается все-таки к лучшему. Да, Наташа, привет тебе. Мы сегодня это обсуждали с тобой. Вот не вытащили б меня. А тут иду как раз мимо. Сейчас заберу свои вещи. Отлично, ребята. Все, что не делается, делается к лучшему. Хороший девиз. Даже не девиз, наверное. Что это? Не знаю, напишите в комментариях. Наверное, скорее всего, замечание мудрецов. Не знаю. Все, пришла домой. Без 15:08. Залебежала быстренько к подруге. Взяла, забрала. Когда мы ездили в Славянск, когда мы ездили? 2 ноября. Вот эта штука какая-то химия, короче, антижир, выпала у Лёши в багажнике. И он, когда сегодня разгружался, он её заметил. Говорит, на, забери свою пропажу. Взяла книжки. В основном все Донцова. Один. Какая-то романтика зачесалась. 2, 3, 4, 5, 6. Я не знаю, сколько я буду читать. Потому что я же еще рисую. Кстати. Рисовать и читать я люблю одинаково. Пища для ума должна быть всегда. Оттуда мы черпаем и словарный запас. Кстати, почему-то очень странно. Вот я когда вне рабочее время нахожусь, да, вот дома, вот с вами общаюсь. Мне уже сделали замечание. И коллеги, и все. Мне уже сделали замечание. Я слишком просто общаюсь. Ну, я имею в виду по словарному запасу. Я просто расслабляюсь. Я домой прихожу, все. Мне уже не надо думать, как поставить слово, как сделать в нем ударение, как кому как что сказать. То есть я вот пру, как вот... Могу и все. День был сегодня тяжелый. Тяжелый очень. Три понедельника сегодня было у меня. Ну, в принципе, ноябрь месяц, конец года. Что можно было другого ожидать? Кроме плана, отчет, все такое. Вот. Я всех все понимаю. Дождь на улице сильный начался. Завтра, говорят, мороз. Я не смотрела. Мне некогда сегодня было смотреть. Я не смотрела. Говорят, мороз. Но на Кубани мы к этому привыкли, что проходит дождь. Или изморозит. Ну, вернее, или так, поморосит какая-нибудь ерунда с неба. И утром каток. А мне завтра по 8 утра ехать на лекции. Ой, господи, зачем же мне это на старости? Ну ладно, больше думаешь, моложе мозги.
Вот. Не знаю. Боюсь, очень боюсь. Так и очень боюсь ездить на автомобилях. Так, что я сейчас сделаю? Показывать уже, наверное, не буду. Я покормила собаку, уже сходила, миска лежит. В общем, покормила кошку, достала тарелку. Бегом-бегом. Вот. Потому что я зашла, она кричит, вот, сидит. Сейчас, подожди. Бегом, а потом уже стала снимать. Ну, минут 5 мне это все заняло, в принципе. Так. Простите за сегодняшний маленькое видео, но так получается. Не всегда это, потому что я работающий человек. Все хорошо. Всем здоровечка. Никогда не нервничайте. Я сегодня так перенервничала. Ну, мне нервничать это. Меда не пить. Вот. Потому что нервные клетки не восстанавливаются. Это мне говорят все, это все, я говорю это сама себе, но я все равно, как дурочка, вечно нервничаю. За работу, за рабочий процесс, за выполнение ее постоянно. Одно и то же. Все, не буду слишком нудная, а то неинтересно. Кстати, может на это поставить и просто меня слушать. Вот, все. До завтра. Сейчас я еще кое-что. И все. Ну, ждите завтра.